потрясающий вид на закат. Вот это панорама. Панорамный вид. Со смотровой площадки в кафе. Оп-оп, сливочка бегает на закате. Ой, танцует хоть балеринка. Получается закат. Давай, красавица. Попробуй тоже так же, как и я. Ну что, Оливка? Здесь на этой площадке можно устраивать йогу. Точно. На закате. Или на восходе. Нет, скорее на закате. Папа, поехали быстро. Сейчас поем быстро. Мы поехали. На море. Да, мы едем на море на разведку, посмотреть, где тут что вообще. Я взял свою супер сумочку. Где она? Вот она. Супер сумка из Икеи, супер коврик пляжным. Это пляжный показать? А вот Оливочка сидит, едет на своем велосипеде, который она привезла из Москвы. Я же привез велосипед из Москвы, вот и Оливочка привезла велосипед из Москвы. Каша есть вот такая вот бухта. Очень красивая. Куча корабликов. И катамаранов, кстати, там тоже очень много, я вижу отсюда. Яхта красиво плывет. Мы с Оливкой пришли на пляж. Тут Оливка купается. Здесь бухта. Каменистый пляж такой. Мелкая-мелкая. Мелкие-мелкие камушки, галька. В общем, очень приятно. Вода теплая. В середине октября. Вот такой вот пляж. Потом пойдем на разведку, еще на пару пляжей сходим. Мы с Оливочкой сходили на пляж, покупались. Теперь идем домой. Значит, сначала идем в магазин за продуктами, потом идем домой. В общем, Каш — это потрясающий какой-то очень уютный город. Вроде как его строили греки когда-то очень давно. Находится он на горе. Вот. Вон там вот горы. Да, вон там вот горы. Там вот бухта. А вон там вот на горе растут домики стоят. Собственно, вот там вот один из домиков, это наш. Вот здесь очень красиво. Цветочки повсюду растут. Очень прикольно то, что здесь прямо повсюду на улице растут гранаты, апельсины, какие-то еще фрукты. У нас сегодня команда в панамах. Оливка в Панаме, мама в Панаме. И я в Панаме. И у нас сегодня по программе миссия устроить ревизию по всем детским площадкам в Каше. Их тут не очень много, поэтому мы должны найти их все. Вот это одна из ближайших к нам. Кстати, ничего так. Мы пришли в местный парк, называется Ликия парк. Тут в нем есть библиотека вот такая, и в библиотеке чилит котик. Вон там вот. Вот. А вот стоит Оливочка на кувшинках. А вот Оливочка стоит на кувшинках. Вот парк, несколько ярусов. Вот это мы на самом верхнем ярусе. Вот второй ярус пониже. И там еще, по-моему, три яруса вниз. Вот на одном из ярусов должна быть детская площадка. Вот кафе. Вот тут прям большая детская площадка с этой стороны в парке в этом. У нас сегодня обзор на детские площадки. Чуть-чуть сломано вон там. Ну, что поделать. Зато вот здесь качели есть, вот здесь такой городок есть интересный. Так, мы спустились на уровень детской площадки. Тут две качели, городок. И Оливочка в домике. В домике есть две горки. Да, вот там есть еще спортивная площадка.
внизу есть какая-то такая необычная баскетбольная площадка в кругу с тремя кольцами по кругу. Алёвочка, ты что, нашла мотоцикл? Да. Нашла мотоцикл. Ты сядешь или тебя посадить? Могу. Он высокий. Давай я помогу тебе залезть. Присаживайся и поехали кататься. Мы нашли еще одну площадку, которая находится на территории отеля. Плюс этой площадки в том, что она... тенечки вот таких вот сосен. И здесь прям не жарко. А я на бассейн нашла. Да, тут и бассейн при отеле. И теннисный стол. Качать? Покачать тебя? С площадки открываются виды вон такие горы. А вон там оливочка стоит и смотрит на горы. Видишь, вон там вот горы оливьев наверху, впереди, за домиками. А вон там стоит оливочка и смотрит на домики, на машины и на деревья. Так, мы идем по очень милой и уютной улочке. В поисках ресторанчика пообедать. И еще одной детской площадки. Конечно. Конечно, все за нами идут. Очень уютно здесь. Балкончики в центральной улице. Да, ты права, Леш, там две собаки. Мы временно закончили наши поиски детских площадок, чтобы перекусить, и зашли в такое уютное семейное кафе, в котором на стене написано «Семейная мудрость». Happy wife, happy life. Запомните это. А еще главное, чтобы она была сыта. Да. Какой-то девочка есть, походу, вся семья их местная. Так, нам принесли вот такой баклажан, запеченный в баклажане, мясной фарш, рис, и у меня вот такая вот закусочка. Я не знаю, из чего. А, там колбаска и сыр внутри. Попробуем. Папа. Очень вкусно, но очень горячо. Пойдем маму искать. Давайте посмотрим. Малыш покупает тюлени. Главная площадь Каша. Каш исторически был таким портовым городом,
Причем раньше здесь заходили торговые суда, ну, очень давно. Сейчас уже торговые суда сюда не ходят. В основном здесь ходят только туристические кораблики. Вот, и здесь есть две пристани, два причала, две марины. Одна марина с другой стороны, где главная площадь. Там в основном ходят всякие туристические кораблики, на которых можно поплавать, подайвить, на какие-то прогулки сходить, сходить на них в там, соседние острова небольшие. Вот, а мы сейчас пришли в другую марину, где, собственно, стоят частные яхты. Людей, которые сюда приплывают, паркуют, может быть, имеют здесь дома. То есть такая вот красивая набережная сразу же. Все так очень миленько, элитненько, цивильненько. Тут сразу туалеты, умывальники, Migros тут же сразу, чтобы ты вот приехал на своей яхточке, припарковался и сразу пошел в магазин Migros купить себе еды. Потом обратно на яхту, и там делаешь себе яишенку на завтрак, кушаешь круассанчики, и вообще все прелестно. Лифт изъявил желание сходить в местный магазин. Поэтому мы сейчас сходим внутрь магазина и посмотрим, что там продают. Ну, в магазине стандартный набор. Единственное, только цены ниже, чем в Москве на все. Сходили в магазин. А девочка прикупила себе мороженого. А мы взяли себе вот по местной вот такой вот палочке. Вкусная штука. Отличный перекус. Да. Теперь прогуливаемся, смотрим на яхты, кораблики. Тут есть еще кафешки. Ну, здесь в марине очень много кафешек, лавок с мороженым. И вот яхты. Яхты, катамараны. Самые разные виды яхт здесь. Мы пришли поужинать в Бун-Бун кафе. Тут продается картошечка фри и вот такие вот такосы, что ли. Нет, вот различные. Кисадилья, пита. В общем, они есть разные, с разными начинками выбираешь и кушаешь. Сейчас попробуем. Я как будто бургер какой-то ем. Очень-очень вкусный бургер. Очень круто. Так вкусно, что я даже губу прикусил. Булочка необычная, такая пышная. Значит, мы отошли на 10 метров от нашего дома, и здесь мандариновое дерево, и внизу этого мандаринового дерева куча-куча мандаринок, которые уже желтые, походу спелые, потому что походу они поспели и нападали. Вот я поднял одну с пола. Да, с пола я уже ем. Вот, сейчас я ее почищу и попробую ее скушать. Посмотрим, какая она на вкус. На вид она прям вообще идеальная. Я предлагаю на обратном пути собрать килограммчик. Ну-ка. Они почему-то кислые. На вкус кисло. На вкус вкусно, но кисло. Очень кислый мандарин. На вкус. Не знаю, почему он такой кислый. Попробуйте. Очень кислый мандарин. Но в качестве подорожного корма пойдет. Может быть, надо лучше выбирать мандарины. Это дыньки. А у меня сейчас задача
найти хорошенький арбузик. Насколько я знаю, арбузики должны быть звонкие. Вот есть вот такие вот маленькие кругленькие, а есть вот такие продолговатые ракеты. Какой хороший, непонятно. Тут арбузы. Еще по плану клубника. Все еще в каше. Мы пришли на ужин в ресторан Pels, очень модное заведение. Вот там вот видно, там барная стойка такая модная, между головой. И мы заказали себе покушать. Оливка заказала себе картошку фри. Я заказал себе лазанью, вот такую. Оксана заказала себе паттай. Она думала, что ей принесут рис. Ей принесли рисовую лапшу. Поэтому, походу, лапша идет мне, а Оксана будет есть лазанью. Что ж, меняемся блюдами. Лазанья от меня ушла. Причем лазанья, написано в меню было, что это легендарная лазанья. Говорят, самая лучшая лазанья вообще в городе, в каше. Оливочка, отдашь мне палочки, чтобы я смог покушать? Я звала Сейчас я намотаю на вилку эти лапши рисы, вот она такая лапша, видите, как дымится она, походу она очень горячая. Как бы не сжечь себе все лицо. Пожалуй, годная еда. Стоит дороговато, 190 фунтов, лир. Ну, такая огромная порция. Вот такая огромная порция. В принципе, можно и заплатить, и съесть. Это мне палочки? Спасибо, Олег. Хочешь, тебе отдам? Изучаем местную гастрономию. Вот сегодня мы пришли в заведение, которое называется Каш Гурме Фалафель. Вот тут такое вот простое меню, всего лишь 4 позиции. Это фалафель в рап, фалафель на тарелочке, хумус, тахини, лимонад и айс-ти. И апельсиновый сок. В общем-то, достаточно. Мы взяли все меню попробовать. Нам уже принесли хумус, сок и лимонад. Сейчас попробую лимонадик. Лимонад клевый. Очень клевый лимонад. Вилки, кстати, клевые. Такие легкие. Попробую хумус. Хумус тоже классный. Сейчас принесут фалафель, попробуем его. В общем, если любите фалафель и хумус, можно зайти сюда. А еще тут, кстати, очень прикольная такая тихонькая улочка с красивым балконом, красивым домиком и еще одним. Как будто, не знаю, греческий стиль. Итак, нам принесли главную еду. Это фалафель рэп и фалафель на тарелочке. Ну, фалафель на тарелочке. Тут, собственно, фалафель, лепешка, два вида соусов, соленый огурчик и большая порция салата. А, еще здесь есть хумус. Так, как бы мне скушать это все? Значит... Подрезаем кусочек хумуса, да? Нет, не хумуса, кусочек фалафеля. Макаем его в соус. Вкусно вообще-то. Соленый огурчик. Соленый огурчик тоже огонь. И салатиком закушать. Салат сдобрен каким-то соусом, который только что уронил на свою штанину и обляпался. Ну, что поделаешь. А вот так вот выглядит рэп в разрезе, в укусе.
очень вкусный. Очень вкусный. Берешь все, складываешь в лепешку, и получается очень вкусно. Мы пришли сегодня на пятничный рынок. Посмотрим, что здесь вкусненькое есть. Ты хочешь? Овощи, фрукты, вон там одежда, все, что хочешь. Клубника, смотри. Да. Оливия, ну не трогай мою. Ты любишь бананы? Только что купленный банан уходит к Оливии. Приятного аппетита, Оливия. Приятного аппетита. Мы на рынке купили творог, будем делать из него сырники. Купили клубнику, бананы, горох и персики или нектарины, как-то так. Вот. Не потратили на это ничего. И горошинки. Да, Оливия говорит. И горошинки, и бананы, Оливия говорит, купили. А вот здесь можно купить всякие орешки в большом количестве. А вон там, смотри, фудкорт. А мы сейчас так пойдем. А, это да. Здесь можно прямо на рынке вкусно перекусить. Хочешь сядь на колени? Так удобно? Ну что, когда я жил в Стамбуле, я каждый день пил кофе по-турецки, а здесь что-то еще первый раз за неделю. Обожаю кофе по-турецки. Папа, я долго не понимаю, что это? Это маслины, Оливочка. А вот это помидорка. А вот это блинчик с шоколадом. В нем очень много шоколада внутри. Попробуй. Нам дали маслины, помидорку, которую подгрыз. Блинчик с шоколадом и блинчик с сыром и картошкой. Я не могу вернуть кусочек. Я могу. Очень вкусно. Мало, сейчас тут интернета нет на рынке. Мы снова пришли в ресторан Бун-Бун, Бан-Бан. И я взял себе самый огромный Бун-Бун, который называется Hangover. Если вы помните, был такой фильм, который назывался «Мальчишник», но в английской версии он назывался «Hangover», это значит «Похмелье». Вот, это лекарство от похмелья. Тут огромная котлета, а сверху еще кусок рубленого мяса. И он такой огромный, что он даже не закрывается. Я не знаю, как это съесть. Ну, попробую. Кстати, вот здесь два соуса. Один очень острый, второй вообще не острый. Я смог это взять, это уже прогресс. Что-то с чем-то. Ты ешь мясо с мясом. Потрясающе. Я победил. Достаточно быстро. Что там есть-то было? Но было очень вкусно. Это похмельный бургер самый лучший. Как говорят, известный рекомендацион. Дай мне картошку, а я ела картошку фри. Каша есть волнорез, на котором огромная стена с граффити, на которой в основном нарисованы различная морская жизнь, но я видел здесь и мартышек нарисованы, там какие-то людишки нарисованы. Какая-то планета. Девочка обнимает солнце.
Вот здесь вот большой глаз. Ой, а вот там вот огромный-огромный краб-пират. А там в конце этого волнореза стоит маяк. Сейчас мы до туда идем. Самолет! Краб держит, краб-пират держит самолет затонувший. Большое количество туристических корабликов в этом порту. Еще есть в нем корабли, которые целый дайв-центр. Современное искусство. Обожаю современное искусство. Мы пришли пообедать в ресторан, сели за стол, а ресторан под открытым небом, тут веранда, и мы сидим под оливковым деревом. И с неба, прям с дерева, прям на стол к нам упала вот эта оливка. Я хочу ее попробовать. Мне кажется, она, конечно, не спелая, но попробуем. Сори, с дерева прям. В ней косточка! У меня есть косточка, и она максимально кислая. Прям не спелая, ладно. Зря я это решил попробовать. Вообще, я не знаю, едят ли оливки свежими, потому что обычно их едят же в каком-то маринаде, в масле, еще как-то. Может, их вымачивать надо сначала, еще что-нибудь с ними делать, тогда они станут съедобными. А вообще, в общем, мы пришли в ресторан, который называется Эль-Ай-Каиф. Вот. Мы его нашли по отзывам на Гугле, потому что было написано, что здесь очень популярное место, куча народу, что здесь вообще толпы людей и вообще лучшая еда. Ну, когда мы пришли, оказалось, что здесь нет ни одного человека, но здесь огромная веранда. Вот она, такая веранда. Еще есть второй этаж. Еще этаж, где мы сидим, и еще другой зал. Вот, из прикольного. Тут прям внутри ресторана растет гранатовое дерево. Вон там вот гранаты растут. А еще вот мы сидим под двумя вот такими деревьями. Вот одно дерево. Вот второе дерево. И оказалось, что это деревья на самом деле оливковые. То есть как бы считаю, я всегда думаю, что оливки растут на кустах. Оказалось, что если куст не подстригать, то он вымахает вот такое дерево. Спросили, сколько этому дереву лет. Ребята говорят, что этому дереву 500 лет примерно. Ну, в принципе, кажется, можно верить этой информации. Вот, сам ресторан находится рядом с портом. Прям вот, там вот кораблик выходит из бухты. И мы ждем свою еду. Заказали всяких разных морепродуктов. А вот оливочка кушает мороженое. Харик, скажи сама. Первое блюдо, которое мне принесли, это креветочное мизе. Вот, мизе, креветки. У меня есть хлебушек, сейчас положим креветочки на хлебушек. И посмотрим, что из этого получится. Бургер! Да, получится какой-то бургер. Сандвич, как говорят по-турецки. Так, положили немножко креветочек, немножечко хлебушка. Чин-чин. Креветка упала, но вкусно. Мне нравится. Очень вкусно. Ко мне подъехал рыбный суп. Повсюду оливки падают. Я вот думаю, да, похож немножко на уху. Это какой-то местный салат, или расскажи про него. Местный салат, фирменное блюдо этого заведения. Тут брокколи, авокадо и какая-то смесь якобы морской капусты, походу. На вид прям зеленый-зеленый салат. Еще принесли еще одно блюдо. Это мизе из сибаса. В общем, по сути, это филе сибаса, которое обжарено в семечках. Максимально необычная, странная история, но вкусно.
хотя тоже... Ну, потому что она вся в семечках, поэтому странно. Попробуйте.